будешь при этом не грохнуться. Лестер, пошли, скорее. Мы начинаем, то есть вот я что пытаюсь сказать. Когда вы начинаете движение, не нужно потихоньку наращивать темп. Не нужно, да, то есть не нужно вот так это делать. Делайте сразу резко с места. Тогда собака практически гарантированно не будет находить. Вот сейчас, значит, если я... Видно и находит собака? Если сейчас наконец, значит, он наращивает, да, то, скорее всего, он как бы перейдет в рысь. Но с большой долей вероятности он этого не сделает, посмотрите, находит, да? Поэтому, чтобы собака не находила, начинайте стартовать сразу быстро. Побежался. А если тот, кто впереди, медленно? А? Если тот, кто идет впереди, медленно. Значит, если тот, кто впереди вас, значит, в этом случае у нас есть волшебный предмет спина эксперта. Начал ринг двигаться. Олег, давай с тобой сейчас продемонстрируем. Давай вставай впереди меня. Вот, эксперт. Значит, вот эксперт говорит, пожалуйста, начали движение. Олег, начинаем движение. Так, Кать, давай ты у нас просто будешь экспертом и его спиной. Вот сюда давай вставай. Ага. Значит, смотрите. Ну, хорошо. Вот у нас есть собака более медленно идущая. Нам лучше как делать, потому что наша и находит, да? Вот. Поэтому перед лицом эксперта мы ничего нет. Мы заходим за спину эксперта, ждем, освобождаем себе место. Нам плевать, что там. И выдвигаем за спину эксперта и показываем, как вас красиво собака рысит. Снова ждем, освобождаем себе место. И выдвигаем за спину эксперта, пока наша собака рысит. Понятно, да? Нет, потому что они, эксперт говорит, бегом там, что я там видел на видео. Ну, эксперт все говорит. То есть он мало разговорчив, но разговорчив. То есть ничего молча не происходит.